Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, а это обзор на новую гарнитуру от компании Razer. Она больше подходит для мобильных, это Razer Opus X. У меня уже был обзор на обычный Opus, а эта гарнитура дешевле, стоит она что-то в районе 9990 рублей. Погнали смотреть. Во-первых, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим реально, сколько сейчас стоит у нас Razer Opus X. Еще даже, видите, особо поиск не работает, пришлось вручную на сайт заходить Razer. В официальном магазине стоит 9990. Зацените дизайн. Значит, у меня они в цвете Mercury, то есть, можно сказать, ртутный. Есть еще зеленые такие, розовые. Вот так вот. Никаких ярких надписей здесь нету, здесь только сбоку есть логотип Razer, вот здесь вот, смотрите. И все, даже сверху, по бокам ничего нету. Ага, просто белые чашки. Имеется версия просто обычного Opus, она стоит в районе, по-моему, 20 тысяч рублей. Это облегченная версия Opus X, ну, по сравнению с обычным Opus. Здесь немножко попроще комплект. О чем я говорю? Здесь, смотрите, в комплекте, кроме, ну, инструкции, здесь такие вот чехольчики идут именно для транспортировки и все. То есть здесь в комплекте ничего нету, никакого чехла. Смотрите, мы получаем фирменный кабель Razer. И смотрите, как всегда, Razer себе не изменяет. Колпачки на USB. Офигеть. Razer, лайк тебе оставлю за это. Всегда так. Смотрите, значит, в комплекте наклеечки. As always. Они, кстати, без зеленого цвета такие. Стильно белые. И, как вы думаете, что это? Это инструкция... Карта. Ладно, тут все, конечно, интересно. Ладно, конкретно, чем они отличаются? Вот в этих Razer Opus X тоже есть шумоподавление, но здесь она работает по прямой связи. Как конкретно работает прямая связь ANC, то есть шумоподавление, изображено вот здесь. То есть у нас есть микрофон, есть динамик, да и в принципе все. В Opus там идет гибридная система шумоподавления, то есть здесь у нас работает, у нас микрофон здесь, динамик здесь, короче, он что внутри происходит чашки, что снаружи, и плюс вот это все, короче, намного типа круче работает. Но по факту, вот когда ты одеваешь и включаешь шумоподавление, очень хорошо, реально, вот сейчас включено, очень хорошо. Когда их одеваешь, у меня ухо помещается полностью в чашку, амбушюра мягкая, но единственное, что амбушюры не дышат, и, к примеру, после часа прослушивания, я снимаю, у меня прям это, кожа здесь прям вся мокрая. Ну, это, наверное, лично моя особенность. По сравнению со старшей версией, здесь нет сертификации THX, но здесь есть у нас игровой режим, то есть это задержка вывода 60 миллисекунд, чего нету, к примеру, в обычном опусе. Внутри в чашках стоят 40-миллиметровые динамики. Вот так вот все это выглядит на шее. Вот так. И управляется все это дело, ну, либо ты можешь с кнопок все включать, либо через приложение Razer Audio. Смотрите, в приложении у нас есть Dob Equalizer, то есть мы можем и в программе прослушивания музыки настроить, и плюс здесь есть включение игрового режима, и активное шумоподавление здесь можно выключить или включить режим окружения. Ну, соответственно, такая тема, когда ты идешь, заходишь в магазин, чтобы наушники не снимать, хотя это довольно-таки просто вот так. Приходишь, нажал, удержал, и дальше ты начинаешь слышать все, что находится вокруг, потому что работают вот эти вот микрофоны. И то есть ты с человеком можешь просто пообщаться, не снимая наушники, это будет комфортно. Ну, к сожалению, не могу вам дать послушать их полностью, но звучат они, я вам скажу, прикольно. То есть мелодии с басами, я вот как люблю, знаешь, чтобы вот уши ласкались басами. Реально прикольная тема. С учетом того, что у меня стоит настройка в Яндекс.Музыке, в принципе, усиление басов, и плюс еще вот встроенный эквалайзер здесь стоит тоже на усиление басов, не захлебывается, ну прям, ну качает как надо. Вот как, знаешь, типа долбит нормально. Регулировка имеется по оголовью, соответственно. Там у нас металлическое основание, as always. По управлению здесь у нас клавиши включения-выключения, уменьшение и увеличение громкости, функциональные клавиши для того, чтобы можно было, к примеру, ответить на звонок. Два раза нажимаешь следующую мелодию, три раза нажимаешь предыдущую мелодию. Нажал-подержал, включается прозрачный режим, либо шумоподавление. Наушники заряжаются от Type-C, 3,5 мм здесь не поддерживаются, в обычном опусе есть джек 3,5 мм. Сейчас вам покажу, как у них работает микрофон, если я буду записывать, к примеру, с них звук. Так, сейчас это видео записывается со встроенных
микрофонов прямо вот здесь, потому что есть программа, к примеру, на телефон, которая умеет брать звук с Bluetooth. Ну вот я сейчас просто отойду, попробую отсюда поговорить. Кстати, давайте попробуем сейчас, может, даже на улицу выйду. А ну-ка, так, надеюсь, меня слышно. Сейчас я выхожу уже на улицу, пойду, посмотрим, как с ветром справляются микрофоны. Вот, и сейчас, я не знаю, вы меня увидите там в окне, не увидите. Всем привет, это я. Вот, записываю сейчас снаружи видео. Ну, короче, вот такая тема. Это конец видео, все вам рассказал, показал, прикольные наушники. Может, такие как раз на канале у меня и разыграем в скором будущем. С вами был Илья, до новых встреч, пока. Подписывайтесь на канал, на YouTube, на Яндекс.Дзене, еще заходите в TikTok и в Instagram. Ну все, с вами был Илья, до новых встреч, пока, ребята.